Это видео будет посвящено рассказу о моем эублифаре. Это такой геккон, достаточно очень популярный среди любителей такой экзотики, если можно выразиться. И начать хотелось бы с его содержания. На данный момент он находится в таком контейнере. Подогрев осуществляется дневной за счет ламп накаливания от аквариума и достигает 31 градуса. Ночью же я ставлю под него термоковрик, поддерживает ту же самую температуру, то есть в зоне стоит у нас зона прогрева, это где его домик. Вот. А вторая часть – это обычная зона, здесь пониже температуры, и он сам выбирает, как ему будет комфортнее. Жилище – это его временное, так как он будет переселен, возможно, либо сразу в террариум, либо предварительный в контейнер большего размера. Так, вот его маленький домик, то есть его укрытие. Я ставлю, закрываю крышечкой, это я сейчас открыла, чтобы вам было видно его. В домике постелена салфеточка, я ее периодически увлажняю для того, чтобы проходили линьки без проблем. Как и положено, у него стоит поилочка и мисочка с кальцием. Он только недавно поел, поэтому вышел в надежде, что ему дадут еще что-то покушать. Ну вот. На данный момент хотелось бы сказать, что малышу уже 7 месяцев, потому что я брала его у заводчика, и мне сказали, что точно не знает, какой возраст, плюс-минус 6 месяцев. Прожил у меня он месяц, значительно подрос, потому что, как я поняла из картинок в интернете, он был подзатянут, худоват, из-за чего я его кормлю сейчас через день по 4 таких более-менее средних сверчка, либо по 5 штучек чуть более мелких. Ну, могу также добавить то, что этот эублифар уже является ручным, потому что я его достаточно часто беру на руки для того, чтобы он с раннего возраста привыкал к тому, что руки это не страшно, на руки можно идти. Таким образом это все выглядит. Он очень любопытный, я обожаю, когда он залезает на стены. Это просто действительно, я читала в интернете, что их сравнивают с маленькими котятами, потому что они очень забавные, при этом хрупкие. Да, действительно, это так. Так что с ними очень весело общаться. Тем не менее, надо соблюдать осторожность и понимать, что это не игрушка, а все же живое существо. На этом у меня все.